Выратовать человека, потушить узгорание, пройти на хуткость полосу перешкоджения. Вот такие задачи ставились перед удельниками конкурсу «Студенты безпека будущения», який прошел на базе пожарного аварийного выратовального отряда номер 6 у Могилеве. Наши корреспонденты назирали, как студенты справлялись с ролью выратовальников. Проводится развертывание. Та двойка, которая принесла пострадавшего, она проводит тушение, те люди. То есть оставляете носилки, четвертая двойка уже может к ним подойти, прицелиться, как их взять, но нести нельзя. Студенты, которые выступают в роли врятовальников, отримливают уводную. Все, как у реальной надзвичайной ситуации, только умови не такие экстремальные, где замест потерпелого человека манекен. А вот узгорание соправдное, якое по умовах конкурсу треба ликвидовать. И еще шерех задач. Валентина и Алина упершиню примать удел у таким мероприемстве. Девчаты на себе отчули усе прихожости работы воротовальника. Тяжело. Тяжело. Она сама по себе тяжелая, и как бы движение, но так тяжело. Не очень, и согинаться тяжело, и бежать тяжело. Все тяжело. Все тяжело. Но пробежали же? Ну, пробежали. Как, нормативы уложились? Да, уложились. Сказали, что все хорошо. Сказали, пойдет. Удел у конкурсе принимают студенты 5 высших навучальных установ в области. Это практичная частка. А ранее были этапы на лепший ролик, шляхер безпеки, это тестирование по основах безпеки життєдіяльності. Сам же конкурс ладится не у первый раз. И за усёды наши студенты были на вышине. Данное мероприятие у нас уже проводится 4-й год. В предыдущих мероприятиях 3 года подряд наша команда занимала первое место в Республике Беларусь. Подготовка идет серьезная. У гэты раз пераможцами стали студенты Белорусской державной сельгазакадемии. Яны представить Могилёвшину на республиканских споборництвах. Андрей Шуляк, Сергей Карпяков, Денис Бутылин. Новини регион.